я могу пожелать Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он как можно скорее встретил свой очередной день рождения в здравом уме и твердой памяти частным лицом, чтобы он имел возможность встретить его, наконец, как человек, а не как лидер государства, потому что как лидер государства он встречал свой день рождения слишком долго для этого государства.